Привет. Вроде норм. Что смотреть? А, да, смотрел. Ой. Привет. Настя Федоренко, привет. Неудивительно, Ян. По колючим вугам нужно было больше ходить. В смысле, что такое? Не за что. Короче, ребята, голосуем за меня. Бойс Бенди. Типа бойс каст. В смысле, чего? Вот так надо. Спасибо большое. Где Лера? Да, я смотрел Леру Дедковскую. Аня Уве какое-то там было. Я не заметил. Екатерина Лепехина. Привет. И Камала Абдул... Ой, сложно. Абдулаева или же нам такое. Тоже привет. Сори, если я испортил, ну, фамилию. Я такие сложные фамилии быстро не читаю. Блин, Элеонора. Ой. Сорян. Кстати, мало тему говорить. Кому там еще привет передать? Яна, ты по жизни лох. Давай, пополняй. У меня как раз закончила. Кажется, кулица там, где сердце плавится от мыслей о ней, и не так нравится, как ты поешь ту песню и путаешь все слова, будто они про нас. Кажется, кулица там, где сердце плавится от мыслей о ней, и мне так нравится, как ты поешь ту песню и путаешь все слова, будто они про нас. Кажется, и слезы катятся по щекам, я никому даже дневникам, что кажется, она мне нравится, и я давно уже по уши, кажется. Билеты — это знак. Ну, да, я еще не поздно опоздать. Все, давай, а ты добавь. Не забывай, ее я на Иисус, и может быть хоть иногда приснюсь, и я ему. Ой, и я ей, капец, я не реву, и никому не признаюсь. Кажется, кулица там, где сердце плавится от мечтаний, и мне так нравится, как ты поешь ту песню и путаешь все слова, будто они про нас. Кажется, кулица там, где сердце плавится от мечтаний, и мне так нравится, как ты поешь ту песню и путаешь все слова, будто они про нас. Кажется, ю. Нет. Передай, пожалуйста, привет Карине Хмелевской. Карина Хмелевская, привет. Сколько?
Мне? А сколько вы мне дадите лет? Сколько мне лет? Вот скажите мне. Это так интересно всегда. Почему так все сразу правильно? Не, на самом деле мне просто придут 16. А так по жизни мне 13. Юлия Лепихова, привет. Старый уже, значит. Старость не радость. Да не, мне не 13. Мне нет. Мне 15. Скоро будет 16. Скоро, йоу. Скоро я буду взрослым. Какой у меня телефон? Вы сейчас будете ржать. Samsung Galaxy J5. В принципе, адекватно. Что вам еще рассказать? Ты я никого не игнорю. Нарисую, милом напишу. I love you. Капец. Капец. Девки, бабоньки, что вот это вот на меня налетели? Ша, Яна, я с тобой потом отдельно поговорю. Два сценария одной судьбы. Разный цвет и взгляд одной игры. Напишу о том, что ты ушла, но вернулась вскоре навсегда. Ты же рисовала на открытках двери для меня, что призакрыты. Не пиши, я придумаю хэппи-энд. Поверну все так, что два сердца вновь бились так. Все ведь как кино. Разрешили ждать снять его. Не пиши фиент. Я придумаю хэппи-энд. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. У нас утром был снег, а сейчас уже нет. Фу. Я люблю снег. Катились слезы на холодный кафель. На кого ты жизнь потратил? Ее давно уж не вернуть. Забудь, забудь ее, забудь. Катились слезы на холодный кафель. Да, айфон. Перестань не плачь, приятель. Ну, поднимайся по чуть-чуть. Давай, найди свой новый путь. И ты думаешь, ты сиди. Ди, Викусь, Викуля. Смотри, не простудись. Я учусь в муниципальной академии. Не, Киевская муниципальная академия эстрадно-циркового мастерства. На вокалиста. Это моя племянница. Муниципальная. Не спрашивайте, что такое муниципальная, я сам не в курсе. Ты знаешь, что ангелы не спят, они смотрят на тебя. Ну да, видел, как я списывался.
ла-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 ла. Эй, мама, она ж мені казала. Привет, Эля. Капец, перископ. Чё ты так глючишь, блин? Ну перестань.